Дальше смотрите теперь. Если у человека начинают шататься зубы, это тоже признак, что солнце слабое. Солнце отвечает за мышечную ткань. Поэтому болезни варикозы, грыжи, межпозвонковые грыжи и тому подобные расстройства организма связаны с солнечной энергией. Теперь пишите конкретно органы. Перечисляю. Кровь, кровотворные органы, костный мозг, кости, ногти, волосы, зрение. Не глаза, а зрение. Не путайте эти вещи. Глаза — это уже луна. Дальше. Легкие. Поэтому воспаление легких хорошо лечится сосной. Солнышко дается, и все, человек восстанавливается. Дальше. Всасываемость, пищеварение, расщепление, усвоение. Мышечная ткань. Усвоение белка. В психическом плане. Оптимист. Веселый. Добрый. Любящий. Такого человека хочется быть, с ним хочется быть рядом, хочется его защищать. Хочется быть под защитой у него.